всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бульбазаур, King on Fire, стаканчик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Всем нравится рубрика «Какой аниматроник самый крутой?» И мы скачали для вас самый новейший пилпа, который вышел вчера. Называется Файсбир Ремастерет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас крутецкий обзор на новый пилпак. Бульбазавр, первый у нас идет Бонни Зе Банни. Очень быстрый, кстати, очень красивый. И очень большой. Ты заметил, что в этом пилпаке они какие-то просто громадные? Я тебе по пузо. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и записать что-то необычное, что, в принципе, вы наблюдаете на моем канале. А ну-ка, пробел. А, на R английскую. ТП хается. А ну, скримачок. Да, скримеры есть. Вообще, ребята, круто. Если сейчас еще будет скример пропадать сам, то этому пилпаку не будет цены. Ладно, этому пилпаку есть цена. Кто не знает, как убирать зависшее, ставим галочку, убираем, и у вас сразу все по красоте. Давай не будем, будем ускоряться. Следующий у нас Чика. Так, пробил звук. Когда она двигает, она похожа на зомби. Тогда... Ага, да, звук кастрюль. Все у нас, как говорится, по канону. Все по красоте. Эта вся история мне очень нравится. Да, разработчики, как всегда, молодцы. Я не знаю, сколько людей делают. Кстати, ребята, вышло еще очень два крутых пилпака, так что только ролик набирает 5000 лайков, мы сразу записываем обзор, какой аниматроник самый крутой, и другие пилпаки будут. Так, мочи меня. Так, я заметил, что скримеры очень стандартные, но при этом немножечко вроде бы доработанные по качеству. Кстати, пропал скример, обратите внимание. Фокси. Он здесь какой-то очень такой прикольный. Так, ты мешаешь смотреть на крутого Фокси. Очень быстрый, как всегда. Пробел, а ну-ка, дон-дон-дон. Нету дон-дон? Нету. Он просто издает это... А ты можешь? А, ну да, ты уже... Тот другой пилпак прыгал в воздухе и лупашил. Ладно, показываю скример. Он тоже может прыгать, по-моему. Да, я только что видел, что ты... А, тут ты тпхнулся в стену высоко. Давай, показывай. Кстати, это скример новый, я его ни разу не видел. Да, но он зависает. Некоторые пропадают, некоторые зависают, но смысл очень крутой. Кстати, ты танцуешь робота. Танец Фредди. Опа, я так могу. И так могу. Ну-ка, все, голова дергается. А ну-ка, пробел. Круто сделано, очень круто. Давай, скримачок показывай. Так, а, исчезнет? Нет, не исчезает. Успокойся, псих из детства. Так, следующий, один из моих любимых, это Golden Freddy. И он, кстати, когда ты нажимаешь полет, ой, просто ходить, он летает. Да, очень круто и очень быстро. Кстати, ребята, я придумал, какую рубрику мы следующую запишем. Какой аниматроник самый быстрый. Я, мне кажется, уже догадываюсь, что это будет первое место среди всех. Еще есть голова очень быстро, кто помнит, голова Golden Freddy. Так, показывай. Он прыгать может. А ну пробел. Нет пробела, да? Есть, вон он прыгает. Не, имею в виду, что звука нету никакого. Да, нет. Ладно, показывай скример. Красава, мне нравится. Продолжаем. Так, следующий у нас I forgot my suit. Я забыл мой костюм. Прикольно, это чисто эндоскелет. Это чисто скелет аниматроника, на который потом уже идет обшивка, всякая мотня. Эй, что за говно? Скример показывай. Ты что, ты меня дамажишь? Ого. Это на сколько раз тебе нажать, чтоб меня убить? Ты по одному хп тратишь. Осталось чуть-чуть, ну давай. Ну скримера не будет, я просто умру. Да. Нормально. Представьте, нам пришлось назвать 100 раз, чтобы меня убить. Так, Фантом Фокси. Это очень крутой аниматроник должен быть. Кстати, еще на F он может издавать звуки. Может, и те другие аниматроники тоже издавали на F звуки? А ну давай.
Да, есть, круто. Хорошо, что ты Бульбазавр посмотрел. А ну, по Шурику, те, что были, быстренько все понажимай, посмотрим. Так. Во, есть смех у этого. Так, это очень круто. Мне нравится, было будет Дон-Дон-Дон. Так, и тоже мы знаем. Ну и все. Так, ладно, продолжаем. У нас следующий... А, да-да, давай, скример. Нету скример, ты нет. Нет, а ну подожди, у меня была в руках камера, ну давай еще разок. Да, просто убиваешь, но скримера нет. Так, кто у нас там следующий? Фантом Фредди. Ой, он такой страшный. Такой весь поламатый. Так, давай, мочи меня. Нет? Пробел F. Ого, он быстрый, да что они какие-то нереальные. О. У него на F нету, да, ничего? Ну вот. Просто пищание, понял. Так, кто у нас там следующий? Shadow Freddy. Так, он должен тоже такие звуки прикольные издавать, цыканья. А пробел? Ага, просто. Ой, не то нажал. Так, ладно, давай скример с ножичком, да, будет? О, без ножичка уже. Мы поняли. Кстати, пропал. Ой, завис звук очень конченый. Спринтрап. Так, что он может? Во, озвучка просто на высоте. Так, кишки и жопы. Быстро бегают все. Ты любую машину догонишь. А ну-ка меня. О, есть скример. Прикольный. Тау-Чика следующая у нас. Эй, не застревай в жопе. Чё она может? Исчезать. Конченые звуки издавать. Всё. Вот, ты когда бегаешь, ты как-то... Как Фредди. Да-да-да, почему-то анимация у Фредди. Плагиатчица, мочи меня. Так, есть скример. Он исчезает? Нет. Так, кто у нас там след... Обычный? Который был вчера, ну... Ну, похоже, да. Так, давай покажем скример сразу, потому что, да, они одинаковые. Круто. Будем что-то... О, вот это, кстати, уже необычный. Вчера был с банджо, это про... был без банджо. Но это не похоже на того. Ты чё не кабана? Я ему реально по пояс. А ну-ка, пробел F. Да, прикольные звуки. Мочи меня. О, прикольно, как этот зомби. Воу, прикольная чика. Как она называется у нас? Унвистерет чика. Унвизерет. Звук ходьбы, пищание. И очень, кстати, по сравнению с теми медленная. А мы Бонику не проверили скорость же. А мочи... А ну-ка. О, смотри, как он руку вперед закатывает, когда бежит. Ой, прикольно. Прикольно, мне понравилось. Ой, сейчас скример сам. Унвизерет Фокси. Классный пилпак, очень большой, но весит 595 мегабайт. Представьте, это 600 мегабайт. Если игра весит гиг с чем-то, и уже можно играть. Тут такой один просто мод для игры. Ой, мне нравится это его пение. Будем использовать для аниматроники, пугает охранника. Как всегда, самая лучшая рубрика на моем канале. Давай, мочи меня. Скример классный, он просто прыгает в воздухе. Так, исчезает сам. Что-то да, пелина, что-то нет. Унвизерет Фредди. Такой спокойный и добрый, да, ребята? Когда стоит так, ничего не делает. Так, музычка конченная. О, это мне нравится тоже с сюжеточки. А ты чё стоишь? Ты ничего не можешь, ничего нажимать? А, можешь. Стой, ты когда ходишь, у тебя глаза открываются. А когда останавливаются, они у тебя закрываются? Эй, включай. Ты типа, ты выключенный. Ладно, давай, показывай скример. Эй, ты не того убил. Прикольно. Классяк. Так, кто у нас там следующий? Визерет Бонни. О, очень детализировано, да, обратите внимание, как текстурку видно прям.
Рука терминатора, как я люблю говорить. Побежал, побежал. Да, он медленный. Давай, скримачок нам. Кстати, ты звук издавал лазания по шахте, да? Да, на F. Прикольно сделали. Такой допиленный прям. По сравнению с вчерашним, это прям крутой, да? Угу. Пилпак. Визра Чика. Чё она может, эта кабаниха? Очень быстро бегать. Ладно, давай. Скримачок показывай. Звук стандартный такой. Так, у нас следующий идет. Визард Фокс. Сука, это уже третий Фокси, да? Да. Ой, прикольный, смотри какой. А я лучший Фокси на планете. На контур можно сесть. Ты садишься на какой-то невидимый стул. А на пробел? Ой, смотри, прикольно. А на R? Ты пэхаешься. А на Q? А, на Q меню. Q вызывает. Так, ладно, давай, показываем скримачок. А, не похоже на тот. Тут в тот раз он руками махал в разные стороны. Так, кто у нас там следующий? Последний получается Визард Фредди. Самый такой прикольненький. Кстати, немножечко поломанный. По коленке тебя постреляю. Не попал. А ну-ка, пробел F. Так, был уже такой звук. Челюсть просвечивается. Побежал, побежал, побежал. У него, кстати, шляпка, видишь? Да-да, подпрыгивает. Прикольно сделано. Давай. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спонсор по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!